На сегодняшний день только 32 региона России развивают такое направление медицины, как трансплантология. Крымский федеральный университет посетил руководитель Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье. Он рассказал, что трансплантология входит в комплекс направлений, которые необходимо развивать на полуострове. Все врачи любых специальностей, связанных именно с жизненно важными органами, с болезнями, они должны знать, что конечным этапом у больного может быть трансплантация как жизнеспасающая процедура. Главный трансплантолог Минздрава России рассказал студентам и преподавателям медицинской академии о состоянии и тенденциях развития донорства и трансплантации органов Российской Федерации. И мы бы тоже очень хотели, чтобы наш медицинский университет, наша медицинская академия, наш Крымский федеральный университет был полезен вот крымскому здравоохранению. Мы готовы подготавливать и научные кадры, мы готовы проводить работу и со студентами, и с больными, для того, чтобы отбирать больных людей на доноров, и доноров, и реципиентов на трансплантацию. Ну и готовы, конечно же, проводить исследования, научные исследования на наших базах, в наших лабораториях. На сегодняшний день трансплантология – одно из самых актуальных и необходимых для крымского здравоохранения направлений. Алена Арцебашева, Михаил Погомий, пресс-служба Крымского федерального университета.